Гомельском районе прошел семинар-тренинг «Школа выживания у инвалидной колясцы». Его удельниками стали молодые инвалиды-колясочники. Мета семинара – подрихтовать их до працы у медицинских установах. И они смогут оказывать поддержку людям с аналогичными травмами. Дмитрий Котов с подробязностями. Мета семинара – повышение компетенции удельников и применение отриманных ведов у практичной работе с людьми, которые отримали травмы позвоночника и их родными. Плануется, что у будущей молодые инвалиды смогут працевать в отделениях больниц, где находятся пациенты-спинальники. Необходные навыки удельники отримливают под час проведения тренинга. Организаторы уверены, что самый эффективный способ передачи ведов – ровный научая ровного. Вот этот семинар, вот он даст возможность и толчок, наверное, вот к этому этапу нашей работы. И эти люди в колясках, они в будущем будут работать как в областной больнице, клинической больнице, в отделениях нейрохирургии с такими людьми после операционном периоде, в госпитале инвалидов Отечественной войны, ну и в домашних условиях, где проживают такие люди. Это у первую чергу тычется психологичной поддержки. Вельми часто люди после травмы застаются сам на сам со своей проблемой. Да помогши переодолеть психологичные барьеры, никто не сможет лепш, чем ты, кто с этой проблемой сутыкнулся ранее. Тяжкое захворывание не перешкоджая многим инвалидам-спинальникам быть полновартостными членами громадства. И своим прикладом удельники семинара повинны и остатних закликать до активного ладу життя. Что происходит после травмы? Человек попадает в новую жизненную ситуацию. Он не знает, как жить, он не знает, как одеть. Он не знает, как вообще, там, какие, что ему положено. А когда приезжает человек с опытом, который передвигается в коляске, который живет в этой коляске уже давно, ведет социально активный образ жизни и рассказывает ему о том, какие проблемы есть и как этого избежать, это очень полезная информация, и человек ему верит. Дмитрий Котов, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».